Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, не обращайте внимания на мой просевший голос. Ну, кажись, прямо сегодня вышел пас, и я вам скажу только одно. Не спешите его покупать, потому что вы, ребята, можете потерять очень много голды. Ну что же, я беру фильтр Winter Fun 2022, и да, вышел, и еще раз вышел, yes! Я просто в это не верил. Прожмите лайк, если вы это ждали. Пас вышел. Ну, ребята, я вам скажу только одно. Не спешите его покупать. Я просто в шоках. Давайте вначале просто посмотрим цены, что почем. М4А1 стоит 7500. Вау, и всего лишь 4 предложения. Обалдеть. Ну, ребят, смотрите, что могу сказать по поводу этой арканы. Стоит ли эта аркана 7500? Ну, конечно же нет. Ну, ё-моё, ну вы думаете, она стоит 7500? Нет, ребята. Она максимум стоит 1003 голды, и поэтому я ее не советую покупать. Потому что если вы сейчас ее купите, пока мало предложений, вы потеряете очень много голды. Ножичек. М9 Bayonet Kama. Ну, кстати, ножичек неплохой. Но, блин. Ну это же вылитый М9 Frozen, только немножко переделанный. Не, ребят, М9 Bayonet я тоже не советую брать. Не, почти на М9 Bayonet такое себе. Нож бабочка Кама. О, а вот это, ребята, уже интересненько. Нож бабочка всего лишь за 1700 голды. И знаете что? А я себе куплю. Вот нож бабочку я советую покупать, потому что, ребята, это реально очень крутой ножичек. И тем более именно Butterfly Kama, он смотрится очень красиво. И вы на нем сможете реально поднять голды. Потом, пацаны, вот его можно покупать. Смотрим дальше. Керамбит 1500 голды. Тоже, пацаны, покупайте. Это эксклюзивный керамбит, и он точно подорожает. Однозначно советую. Смотрим дальше. Перчаточки. Перчатки. А, кстати, у меня есть такие перчатки. Я их выбивал с колеса удачи. И перчатки стоят 1400 голды. Как же дешево. Кстати, перчатки я тоже советую прямо сейчас покупать, потому что они потом поднимутся в цене. Что же я не советую покупать? Ребят, рарки. Рарки, ни в коем случае. Ни в коем разе даже не думайте покупать. Вы потеряете очень много голды. Так, ну что же, смотрим дальше. Флип Найф. Стоит ли он 740 голды? Конечно, стоит. Советую покупать, и я думаю, даже я, ребят, поставлю на закуп 716 голды, потому что он точно подорожает 100%. Вот Flip Knife за 716 голды, просто давайте немножко сравним, сколько стоит обычный Flip Knife, потому что, ребята, они стоят гораздо-гораздо дороже. Блин, как же рад, что реально вышла обнова на рынке. Прожмите, пожалуйста, за это лайк, но мой вам совет, не спешите покупать все, что вы видите, потому что, ребята, вы можете потерять очень много голды. Посмотрите, реально, это самый дешевый Flip Knife. Однозначно покупаете, вы на нем 100% наваритесь. Блин, какой же он сочный. И кажись, этот Flip Knife это самый дешевый нож. Обалдеть, не встать. Я просто в шоках. Так, ну что, ребят, давайте смотреть дальше, что же есть еще. Потому что у меня есть очень много разных крутых наклеечек. По поводу, ребят, вот этой М110, она реально очень красивая. И, скорее всего, даже не скорее всего, я ее себе куплю. Потому что она реально соска. Даже не с целью заработать, да? А просто потому что это сосочка. Поэтому, ребята, М110, иди сюда, дорогая. Конечно, берем. Также... Кунай, а где у нас кунай? Кунай. Кунай, кстати, тоже советую купить, потому что они со временем будут дорожать. Прямо сейчас просто все продают по дешевке, но от кунай можно покупать. То есть, какие ножи можно покупать, какие нет. М9 Bayonet не советую, реально дорого. Нож бабочка можно, керамбит можно, перчатки можно, то есть с целью заработать. Дальше танта можно, G-команда можно, кунай, августин тоже можно, потому что они 100% подорожают. Скорпион стоит всего лишь-то 700 голды? Обалдеть. Если вы тоже в шоке, точно так же, как и я, прожмите за это лайк. Короче, ребята, арканы можно покупать. В принципе, все арканы, кроме М9, потому что, ну, это реально дорого. А как это М9 стоит 3К? Вы серьезно? Ну, реально очень-очень дорого. Фомас Christmas Symbol. Вот именно Фомас не надо покупать. Он 100% будет дешевле. Ребят, 630 голды это очень, еще раз, очень дорого. Поэтому Фомасик мы с вами покупать 100% не будем. Дальше, Charm Santa Claus. О, а вот это уже интересненько, пацаны. 525 голды стоит какой-то там Charm. Это очень дорого, и я не советую покупать. Чармы, ребят, ни в коем случае не покупайте. 525 голды, как же это дорого! Но он хотя бы красивый. То есть тут я спорить не буду. Это чармы Санта-Клаус, он реально очень-очень красивый.
И я бы купил, ну, максимум голды 300. И я, знаете что, я поставлю закуп за 280 голды. И я уверен, что со временем он мне прилетит. Так, ребят, листаем самый-самый низ. М4-1. Аркана! Вау, она очень красивая. Блин, это, наверное, самая красивая аркана. Блин, какая она сочная. Вау! Я хочу ее купить, но, опять же, это дорого. Со временем эта аркана подешевеет 100%, потому, ребята, я советую, пока что не покупайте, потому что вы можете попасть в очень большой минус по голде. А я не хочу, чтобы мои подписчики подали минус по голде. Стикер Winter Fun Color, вот его можно закупать, потому что вот такие вот стикеры, они всегда только дорожают. Поэтому, ребят, вот такие вот наклеечки можно покупать 100% и не переживайте, потому что, ребята, наклейки всегда только дорожают. Единственное, я бы советовал дождаться, пока, чтобы он упал до 400 голды. Спасибо. Советую дождаться до 400 голды. И после этого, ребята, уже их покупать. Так, смотрим дальше. М110 Year of the Tiger. Статрек. Ну, ребят, как мы видим, я запросик поставил. И цена, кстати, а цена дорожает, да? Цена дорожает! Ну, ребят, это же сейчас. То есть, сейчас она дорожает. Потом она будет дешеветь, ну и так далее. Потом пока что я не вижу смысла покупать. Charm Winter Fun. 89 голды. Ну, можно и купить, в принципе. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Реально очень дешево. Но будет ли он дорожать или нет, я точно сказать не могу. Вот по поводу этого чарма. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Блин, ребята, как же рад, что коллекция Winter Fun 2022 вышла на рынок. Ура! Так, смотрим. Чарм Гримпи Тайгер. Ну что же, смотрим дальше. Что я могу сказать по поводу наклеечек? Наклейки можно покупать, но опять же, ребята, учитывайте то, что они подрастут в цене, ну, примерно, наверное, через полгодика. То есть полгода они будут реально дешманскими, дешевыми, поэтому в ближайшие полгода я бы не советовал их покупать. Но если у вас 100 голды, то можно купить наклейки. Ну, а так, ребята, если хотите хорошо заработать и быстро, то я советую покупать лучше ножи. Просто давайте проверим, сколько сейчас стоят ножи. Ну, уже посмотрите, они стоили 1400 в начале видео, сейчас они уже стоят 1500, буквально пару запросов, и будет 1500, поэтому, ребят, ножи 100% подорожают. Уже, смотрите, стоил 800 голды, уже 1100 почти. Обалдеть! Так, ну что, давайте самый дешевый скин, ребята, это Фабм, CF of the Christmas. Ну, этот Фабм я никому не советую покупать, если вы хотите заработать голды, потому что, ребята, ну на этом вы вряд ли заработаете. Это очень-очень вряд ли. Так, давайте посмотрим дальше. FNFAL Christmas Symbol. Ну вот тут-то, ребята, шансы есть. Но опять же, придется очень долго ждать. Ну типа, если у вас всего лишь 100 голды на инвентаре, в инвентаре, то, возможно, есть смысл купить данный FNFAL. Ну а так, ребята, в целом, я бы не советовал покупать, потому что вы, ну, заработаете реально копейки. Я бы советовал покупать ножи, просто посмотрите, они на наших с вами глазах дорожают. Просто, ребят, посмотрите, Скорпион 655 голды. Ну я не верю, что может так дешево стоить такой красивый нож. Реально, ребята, всего лишь 600 голды, и вы получаете такой крутой Скорпион Holiday Frost. Так, ну что ж, давайте посмотрим. О, наклеечки. Вот, наверное, вот эта наклейка есть совершенно у каждого. Ее покупать точно не надо. Вот эту наклейку ни в коем разе, пацаны, не покупайте. Иначе вы пойдете в огромный-огромный минус. Ну что же, мои уважаемые подписчики, вроде бы вам рассказал все скины. Ну, по поводу остальных рарок, я думаю, так с ним все понятно, то, что их покупать не надо. Рарки, ребят, ни в коем случае не советую покупать. Хоть это статреки, не статреки, не покупайте их. Во-первых, они реально страшные. Тех-9 Фейбл гораздо-гораздо красивее. Поэтому, ребята, вот эти вот Тех-9 Royal Frost не надо покупать. М110 легендарку я бы купил бы. Ножички я бы купил бы. Помимо того, что они крутые, на них еще можно очень неплохо заработать. Эмочка я бы тоже купил бы. А, ну посмотри, она уже дешевее, да? Но не за 7к голды, как она стоила в начале видео. За 4к голды, может быть, я даже сам поставлю запрос и куплю. Но пока что, ребята, я советую ждать. Единственное, с чем я советую не ждать, это ножи. Потом, пацаны, покупаем ножи и богатеем, потому что они дорожают просто не по минутам, а по секундам. Ну что же, уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайк и подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Обнял, приподнял, с вами был ваш Кентуха. Вы лучшие.